Добрый день, Олег Алексеевич. Мы только что вернулись из Москвы. И тут в Каукустите холле такая страшная трагедия произошла. Мы присоединяемся ко всем соболезнованиям и выражаем свои, безусловно, соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в Каукустите в Москве. Чудовищный теракт, чудовищная трагедия, которую переживает вся страна. Больше 6 тысяч человек подверглись этому ужасу. И надеюсь, что правоохранительные органы России сделают все от них зависящее, чтобы найти и наказать виновных в этом теракте. Всем соболезнования, вся страна плачет и страдает вместе с вами. Погибли дети от этой ужасной трагедии.